На дне рождения дружественного портала «Топ Хит» приглашенные гости вызывали друг у друга восторг, а руководители подвели итоги достижения сайта. И, как водится, большие достижения, большие и успешные по значимости звезды обсудили на официальной конференции. На самом деле делают прекрасную вещь, позволяет людям, которые только вступают на путь своей музыкальной карьеры, делать не первый шаг, а иметь возможность сделать второй, третий, четвертый и пятый, что гораздо сложнее, чем сделать однажды и может быть, первый и последний. Я тоже присоединяюсь ко всему вышесказанному с огромным удовольствием. И, наверное, тут написано «композитор». От композиторов, продюсеров, и я же с ними хочу добавить то, что «Топ Хит» — это абсолютно настольный сайт любого продюсера. Собравшиеся гости и не думали себе позволять сдержанность в комплиментах. Слава богу, рок жив, рок прорвался. Все музыканты, вне зависимости от стиля, от направления, все смотрят «Топ Хит». Ведь главное что? Главная идея — придумать что-то, запустить и посмотреть, как она будет дальше жить в пространстве. А что нужно артисту? Ему нужно проверить реакцию радиостанции, публики на свою песню. Не удержались от куража и популярные радиоведущие. Пускай не обращают внимания на талант, на формат, на то, что человек не попадает в ноты. Давайте всем давать дорогу. Молодым, я хочу спеть эту песню. На дальнем юге, где протекает Амазонка. О, ты как убийца непрошенный. О, ты как удар по лицу. Ну и звезды, которые обычным делом поют и этим на хлеб зарабатывают, в продолжении вечера затеяли грандиозный концерт. Топ Хит, с днем рождения, рок жив! Искра Пинчук, Станислав Болдырев, КМТВ.